Телеканал «Тобольское время» приветствует всех своих многоуважаемых зрителей. Мы в прямом эфире, меня зовут Ринат Абулхаиров, и прямо сейчас мы находимся в том месте, где в очередной раз становится понятно, что Тобольск вносит свой неоценимый вклад в замечательное киноискусство. В Тобольске стартует фестиваль «Алафейская гора» в древней столице Сибири. Первый открытый фестиваль актуального кино назван так абсолютно не случайно. Именно здесь, на Алафейской горе, 435 лет назад был основан город Тобольск. Кинофестиваль «Алафейская гора» проводится при поддержке компании «Сибур» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Конечно же, нашему фестивалю помогает и администрация города Тобольска. Дорогие друзья, официальный информационный партнер кинофестиваля «Алафейская гора» – телеканал «Тобольское время». Телекоммуникационный партнер фестиваля и прямой трансляции – компания «Ростелеком». Буквально через несколько минут на сцене Дома культуры «Синтез» начнется торжественная церемония открытия. Как мы видим, на нашей красной дорожке сегодня очень много известных артистов российского кино. И одним из самых первых по красной дорожке фестиваля «Алафейская гора» прошел замечательный актер театра и кино Сергей Перегудов. Сергей, я рад вас приветствовать. Добрый вечер, добрый вечер. Ну вот прямо сейчас мы смотрим, что пошел снег, нелегкие сибирские условия, но вам, как коренному уроженцу Ямала, я думаю, это не впервой. Все вы знаете, конечно, этот родной снег, я был впечатлен им, и слава богу, он пошел, и дорожка стала не красной, а белой. Такая сибирская торжественная красная дорожка, белая дорожка. Видимо, стала еще и более родной. Ну, конечно, я так соскучился по своему северу, родному, на дым мой, вообще Тобольск, это вот вы хорошо сказали, столица, древняя столица Сибири. Это красиво очень звучит, и я всегда, Тобольск был какой-то такой недосягаемый и по дальности, и по возможностям такой точкой для меня, из Надыма, как вот, поэтому Тобольск это православная такая мекка, что ли, здесь. Я очень рад, что мы здесь оказались все, и слава богу, здесь этот фестиваль, что культура в Сибири, это так здорово. Сергей, я познакомился с вашей фильмографией, она по-настоящему обширна, знаю, что некоторые работы прямо сейчас в производстве. Это особенно актуально в наше время, в условиях того, что киноленты зарубежного производства исчезают из проката кинотеатров. А как вы считаете, способна ли наша российская киноиндустрия в полной мере заместить все объемы? Да, способно. Это дело непростое, не быстрое, но все способно. У нас очень много талантливых и актеров, и режиссеров, и сценаристов, и творческая группа вся, кинематографическая, очень талантливые люди. Именно подключающиеся сердцем, что в принципе важно для кинематографа, для процесса киноделания. Не только в театре, но и в кино у нас много профессионалов. Я думаю, что не за горами, когда российский кинематограф будет так же актуален, как и в советское время. Большое спасибо, Сергей. Очень спасибо. Рады приветствовать вас на нашем фестивале и, конечно же, на гостеприимной Тобольской земле. Спасибо, тобольяки, за теплый прием. Вам тоже спасибо. Не замерзайте ни в коем случае. На самом деле, Тобольск уже давно зарекомендовал себя как, естественно, статус кинематографической столицы Сибири. Однако фестиваль проводится здесь впервые. Стоит, кстати говоря, вспомнить и про то, что одним из главных героев Тобольск стал в рамках киноленты и сериала «Тобол». Замечу, что сейчас, в это самое время, Тобольск снова в кадре. У нас снимается большое кино. И я с большим удовольствием передаю слово моей коллеге Анастасии Тереховой. Приготовились съемки. С высокого Абалакского берега беспечный Емеля катится к проруби. Этот эпизод снимают снова и снова. На экране результат целого дня работы займет лишь 3,5 минуты. Всю зимнюю натуру съемочная группа нового фильма «По щучьему велению» снимает в Тобольске. При выборе места всех покорили сибирские красоты. Для нас, для москвичей и питерцев, у нас такая команда интернациональная. Непривычно очень выглядит. Вообще такие масштабы, такие дали, такие рельефы. Это все очень, ну, сказочно. Актеры довольны, что вырвались из Москвы, потому что
Ну, выйти вот так здесь, раскрыть руки и посмотреть на небо и вдохнуть полной грудью, это, конечно, большое счастье для всех. Исполнителя роли Емели снегом не удивишь. Родом 27-летний Никита Кологривый из Новосибирска. Бывал и у нас на съемках фильма «Тобол». Первая главная роль у молодого артиста и сразу такой яркий персонаж. Я как бы сам такой человек легкий. И персонаж такой, поэтому мне играть его большое удовольствие. Нет, ну он, конечно, более там безрассудный, более ветреный, он молодой, он хитрец в чем-то, но он положительный. Самое главное, что я играл до этого практически всегда антагонистов и отрицательных персонажей. А тут, слава богу, во мне увидели положительное начало, так скажем. В массовых сценах участвуют тобыляки, в том числе и маленькие. Специалисты отмечают, что в Тобольске уже сложился свой кинокластер, уже не первый опыт съемок большого кино. Создатели сказки отвели 8 дней на зимние сцены, а летом приедут почти на месяц. Сейчас здесь малая группа – 75 человек. С собой привезли декорации – избу из пенопласта и целых 3 печки. Одна ездит управляемая квадроциклом, находится внутри. Вторая сделана трюковая под перевороты, заходы на виражи и так далее. У нее есть дно и у нее другой конструктив, хотя внешне они близнецы. Да? Третья облегченная для выпрыгивания из дома. По щучьему велению снимается той же кинокомпании, что недавно выпустила на большой экран «Конька-горбунка». Экранная версия знакомой сказки готовит зрителю сюжетные сюрпризы. Ну а увидеть родные просторы в кинотеатрах мы сможем в конце следующего года. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Наша землячка, актриса театра и кино Татьяна Абрамова, только что также прошла по красной дорожке нашего кинофестиваля. И сейчас она находится рядышком со мной. Татьяна, давайте вспомним, что вы действительно должны знать не понаслышке о том, что такое город Тобольск. Бывали здесь раньше? Да, я была здесь в детстве и приезжала из Тюмени со своим детским вокально-инструментальным ансамблем. Здесь в Тобольске тоже был какой-то конкурс тогда творческий. И я помню, как мы даже переходили пешком по Иртышу. Переходили? Да, шли пешком, да, с той стороны. Куда-то нам нужно было, зачем-то, я сейчас точно подробности уже не помню. Но я помню, как на меня произвело большое впечатление именно Алафейская гора. Когда подъехали, я смотрела на нее, думаю, да. И мы представляли, естественно, все эту картину взятия Ермаком Сибири. Вспоминая картинки оттуда, из детства, и Тобольск нынешний, как-то он сейчас изменился, что можете отметить? Город, конечно, меняется, идет время, и хотелось бы, чтобы больше было поддержки со стороны, наверное, нашего культурного наследия, да, чтобы город полностью восстановили таким, каким он был раньше, еще в прошлом веке, в начале прошлого века. И это именно такой кусочек истории, который очень важен для нашей страны, и очень важен для наших детей и для будущих поколений. Фестиваль по-настоящему знаковый, по-настоящему большой, но проводится он в небольшом городе. Чего вы, как его участница, ожидаете от этого фестиваля? Я всегда благодарна таким фестивалям. И спасибо Сергею Новожилову за его идею сделать именно здесь Тобольский фестиваль. Потому что малые города, редко добираются туда артисты. И увидеть малым городам, небольшим, да, таким, не миллионникам, ничего, артистов в таком количестве – это большая редкость. И именно фестиваль помогает нам встретиться с нашим зрителем. Это то, что для кого мы, собственно, и работаем. Ну вот вы в очередной раз побывали в Тобольске. Можно ли считать, что это определенный знак качества для нашего города, проведение такого фестиваля? Я была в Тобольске еще в прошлом году, но была на один день со своим концертом. И уже немножечко так увидела новый город. И надеюсь, что зрители будут довольны проведением этого фестиваля. И в памяти это останется у многих на долгие годы. И надеюсь, что фестиваль будет жить. А вы приложите все усилия со своей стороны? Конечно, конечно. Мы будем стараться участвовать в каждом фестивале. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо за приятную, легкую беседу. Спасибо. Ну и добро пожаловать вновь на родную землю. Вперед! Татьяна Абрамова рядышком с нами. Друзья, пополняйте непременно, Татьяна, багаж впечатлений. Тобольский Кремль во всей своей красе предстал на премьере 2019 года в киноэпопее «Тобол». Друзья, давайте все вместе вспомним, как это было.
Тобольск на большие экраны страны попал в 2019 году. Тогда премьера фильма «Тобол» вызвала восторг у российского зрителя. Московская публика ликовала, а актеры с теплотой вспоминали о съемках в далеком сибирском городе. Я погуляла по Кремлю, мы с актрисой Юлией Макаровой наснимали кучу клевых видео, фоток для Инстаграм. И там вот этот вид с Кремля, с горы, ну это шикарно. Тобольский Кремль произвел наибольшее впечатление на актеров и стал главной изюминкой киноэпопеи. Ведь именно его архитектором был сибирский зодчий Семен Ремезов, один из главных героев, которого сыграл Дмитрий Назаров. Я ехал в Тобол в плохом настроении, очень ругался все 3 часа от самолета до Тобола, потому что нет аэродрома в Тобольске. Ругался, что изменили сценарий, что все не так, все неправильно. И я вдруг заткнулся, потому что увидел парящий в небе белоснежный Кремль. Захватывающий исторический сюжет дал материал и для большого сериала, который 2 недели бил все рекорды по просмотрам, и для фильма. Для нас, для тобольчан, познавательный. Тем, что больше узнали про Ремезова, допустим, про Гагарина. Некоторые, может быть, и не знали, как сказать, и не слышали, может быть, даже про Тобольск. Но сейчас будут знать, что в Сибири есть такой город, и Кремль единственный. Я книгу читала и Тобол посмотрела. Ну, конечно, здорово. Артисты так хорошо играли, и все это очень хорошо. Мне понравилось. Сражение мне запомнилось. Необычное прямо... Как будто вот так оно и вот на самом деле все происходит, когда они с джугарами-то воевали. Сейчас на месте съемок фильма «Тобол» в Нижнем Посаде города работает одноименный тематический парк. И здесь создатели киноэпопеи о Ремезове уже планируют снять фильм и сериал «Романовы. Преданность и предательство» по роману тюменского писателя Сергея Козлова. То есть так же, как и в «Тоболе», я пришел к писателю, заказал ему по техзаданию сценарий сериала и кино, на основании которого сегодня написан роман. И вот благодаря гранту губернатора, правительства Тюменской области, книга выходит в октябре. Так что у Тобольска большое кинематографическое будущее. Светлана Галикова, Шамиль Гулиев, «Тобольское время». Торжественная церемония открытия кинофестиваля «Алафейская гора» в Тобольске начнется буквально через несколько минут. Ну а по красной дорожке, как вы сами можете наблюдать, проходят не то что именитые, не то что знаменитые артисты, но и, я бы сказал, легендарные. Лариса Лужина сейчас рядышком со мной. Лариса Анатольевна, рад вас приветствовать. Ведь еще будучи студенткой 2-го курса в ГИКа, вам в составе советской делегации посчастливилось быть где? На Каннском фестивале. Да, это был такой момент, такой, точно такой, был. Такой замечательный старт для вашей... Ну, для начала это было, конечно, это для нас был подарок. С Инной Гулая мы были, кстати, 2 молодые актрисы, только еще студентки. Это была для нас первая поездка за границу. А еще надо учесть, что это был железный занавес. Еще особо никто никуда не выезжал. А скажите, пожалуйста, у вас это первая поездка в Тобольск? Тобольск? Нет, я в Тобольске бывала несколько раз. Поэтому я даже сегодня не пошла на экскурсию, потому что я очень хорошо знаю Кремль и знаю вообще и собор Успения, это Софийский Успение. Я во многих местах бывала, потому что даже, я помню, нас водили там, я даже сейчас не знаю, сохранились эти домики, избушки, где декабристы жили, да. Нам показывали, да? Вот я еще не была, пока не успела побывать там. А Тобольск где-то в 70-х, 80-х годах я уже бывала здесь. Ну тогда так, сравнивайте Тобольск с Каннами. Тобольск сегодняшний с Каннами. Сегодня, я не знаю, это сложнее, это все-таки Канны есть Канны, это международный кинофестиваль, и там в то время очень много звезд было, Роберт Ассин, по-моему, Наталья Вуд, Моника Витти, Антониони, знаете, такие крупные были фамилии, имена, в общем, известных людей. Здесь тоже, кстати, тоже хороший, это же первый год, поэтому будем надеяться, что у нас будет зеленая дорога, и будем... каждый год проводить фестиваль в Тобольске. Ну, а если говорить серьезно, насколько для достаточно молодых киношников вот такой трамплин, он важен, и что он дает, как фестиваль в Тобольске? Нет, ну вообще-то для всех это важно, не только для молодых, и даже вот для меня, как для динозавра, это тоже очень важно, потому что для молодых это прекрасно, потому что я вспоминаю свои первые фестивали, это здесь очень волнуешься всегда, потом это всегда интересно, это знакомство интересно, это встречи интересны, это узнавание новых людей, узнавание новых фильмов, просмотры, картин, которых ты, может быть, никогда не увидишь, а здесь на фестивале можно увидеть. Но это очень так здорово, это общение со зрителем, опять же.
Лариса Анатольевна, большое спасибо. Спасибо. Ну, я желаю успеха нашему фестивалю. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Наслаждайтесь фестивалем, наслаждайтесь Тобольском. Хорошего вам настроения. Спасибо. Ну и, конечно же, нашим зрителям большое спасибо. Лариса Лужина сейчас рядышком со мной. А буквально через несколько минут начало официальной торжественной церемонии открытия фестиваля «Алафейская гора». Мы наблюдаем за процессом, наблюдаем за ходом событий. Напомню, что официальный информационный партнер фестиваля телерадиокомпания «Тобольское время», а вот партнер трансляции компания «Ростелеком». Вам еще раз большое спасибо. Участники фестиваля – это режиссеры, которые представляют свои короткометражные и полнометражные работы. Конечно же, они очень волнуются и переживают, какое мнение сложится о них у жюри. Ну и, конечно же, самое главное – об их картинах. Как судить будут? Именно об этом на пресс-конференции сегодня рассказал председатель жюри конкурса полнометражных фильмов, известный российский актер Андрей Руденский. Когда хорошее кино, то я включаюсь, я перестаю анализировать, делить, замечать недостатки. Я смотрю как зритель, как соучастник. Это, скорее всего, вот этим вот какими-то своей сенсорикой мы, я надеюсь, все, как члены жюри, и будем оценивать. Талантливый сценарий, талантливая актерская игра, талантливые костюмы, талантливый грим, все талантливо. Поэтому наш первый фестиваль «Алафейская гора» ничем абсолютно не отличается, может быть, и от Каннского фестиваля тоже. Так что мы будем ждать талантливых работ. Итак, первый открытый фестиваль современного